Hi guys, welcome back to Junris Vlogger that reacts. For this video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Привет and спасибо to our Russian friends. And the title of this video, and this is a special video request from Instagram to our friend Barla Move Costa 692. I'll put in the description box below. I'll put in here, guys, so that you will know also with that person. Thank you so much, Barla Move Costa 692, for suggesting with this amazing video entitled Attack of the Dead. Also Vets short film, and credit to the owner also with the video to World of Tanks official channel. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestion related to this one, or you can through my message me on my Instagram, on my Facebook also, that I'll put in here. So thank you so much, enjoy guys. I hope you'll be having fun and enjoy watching with this one. And I want you to turn on the CC down there for your Russian and English subtitles. Let's get it. Wow. Well, enjoy, guys. Уже полтора года русские защищали Осовец, крепость среди болот. Не обойти и не объехать. Крепость была для немцев как кость в горле. С самого начала войны они не оставляли попыток взять ее. Вау. Обстрелы сменялись штурмами, штурмы обстрелами. Но крепость стояла. В августе 15-го немцы готовились штурмовать Осовец в последний раз. Огонь! Вау, I think this is an amazing film. Love the cinematography of this one. Wow. So this is the German war. Атака немцев снова была отбита. Для решающего штурма командование выдвинуло к Осовцу 11-ю дивизию Ландвера, немецкого ополчения. Отделение. Строится получать газовые маски. Пошевеливайтесь. Бегом. German failed again with this war. Спасибо, Герхаузер. Вы очень помогли нам. Отдохните, пообедайте. Повар, покормите Герхаузера. А мы пока разгрузим машину.
Начинайте разгрузку. Пошевеливайтесь. Вот гороховый суп, Герхаузер. Приятного аппетита. Большое спасибо. Сразу маску на морду натяни. Лучше выглядишь. Пошел ты. Отстань от меня. В этой маске ты напоминаешь мне моего дядю Вилли. У него тоже не разберешь, где голова, а где задница. Это он просто брови сбрил. Все назад. Эмиссар Красного Креста Герхаузер не знал, что вместе с медикаментами и защитными масками он доставил на позиции баллоны с ядовитым газом. Немцы уже 3 месяца использовали хлор на разных участках фронта, но под Осовцом смертельный газ появился впервые. Господин майор, я видел, как ваши солдаты готовят газовое оружие. Это опасно. Опасны русские пулеметы. Но газ – это обоюдоострое оружие. Могут пострадать немецкие солдаты. Я, как представитель Красного Креста, знаю, вы хотите, чтобы погибло поменьше солдат. Но мы на войне, и кто-то должен умереть. Либо русские, либо мы. Я предпочитаю, чтобы это были русские. Но это негуманно. Вы, швейцарцы, слишком большие гуманисты. Когда идешь через ад, главное не останавливаться. Но если вас волнует гуманность, помогите лучше собрать наших раненых. Их сегодня много. Немецкий майор был прав. Обе стороны несли большие потери. Десятки тел оставались лежать на поле перед крепостью после каждой атаки. Поэтому время от времени стороны заключали короткое перемирие, чтобы под покровом темноты похоронные команды могли собрать раненых и предать земле погибших. I really cannot understand why what happened in those early times. People are like fighting with each other, killing with each other. For me, I think was one of the reasons is like getting in the land or taking some what they call this one ownership of that specific country or place to gain power, also to get the what they call this one the area. Герхаузер, что там у вас? Ничего. Бросайте вы их, идите греться к костру. Сейчас по ночам холодно. So someone is still alive. Amazing, like short film. I love the way how they make it. It's like so real. Hello. This is like a battleground. Oh.
Ваш был Роди. I love the music in that time also. Осипов принесли. Роди живой. Бинты еще не просохли. Вера. Осипов, где? Архив. Живой. Брать. Лежи, лежи. Пойдем, брат. Ты, Осипов, мне жизнь спас. Я даже не знаю, как тебя благодарить. Вы меня тоже. Квиди. На-ка вот. О, вот это дело, ваш брат. Вот это дело. Ты как спасся-то? Yeah, someone help, like... Немец спас. Yeah, the German. Накидала на меня от взрыва немцев-то. Чуть не задохнулся. Осмерклась, я выполз и к своим. Чудом спасся. Но главное, живой. А когда выполнал, чуть не уделался со страху. Это что ж так? Увидал там одного страшный, глазище, морда у маски. Чистый демон. В маске? Похоже. Точно такой. Да. Плохо. Ваш брат. Yeah. He knows already that they're making something like for gas thing. Ваш брат. Oh, he knows. Фуражка. Smart. Подпоручик Котлинский с отличием окончил военно-топографическое училище. Wow. Он внимательно следил за сводками с фронтов. Появление газовых масок на немецких позициях могло означать только одно. Gas. Газовую атаку. Chemical attack. He's well aware of that. Now he's been а что, братец, ветер переменился? Да западный шалит, ваш брось. Да у меня на. Приказ. Не дам я им ни одного пайка! Все, я сам его выдумал. Уйди, я сказал! Куда я пойду? Приказ исполнять надо. Что тут у вас? Тут такое дело. I love the way how he just Майок being прислали. Like so... На всю роту. А погибших хотят обратно забрать. Вот что. Собери-ка мне всех здесь. Слушаюсь. А как же паёк? Да погоди ты с пайком своим... Тут дела поважнее. Что может быть важнее пайка? Оставь весь паёк в роте под мою ответственность. Есть? Вау. И командир. Пойдем со мной. Вот что, братцы. Похоже, помирать нам завтра придется. Это уж как водится. Травить нас будут. Газом. Yeah. Это каким таким газком, ваш брат? Ежели эти газы такие ядовиты, ско, то ничего, выдержит. Потому как он нас ими каждую ночь травит. У меня желудок больной просто. Why they're not like hearing... Да в том-то и дело, братцы, не знаю я, что это за газ. Только знаю, что страшная эта штука. И нет от нее никакой защиты. Неужто они опять сюда сунутся? Да не сунутся они сюда более. Сунутся, братцы. Наша крепость им как кость в горле. Это как они травить-то нас собрались? Как крыс, что ли? В крепость отходить надо. Бать, ты куда собрался? Чистый переодец. На всякий случай. Помирать, значит, собрался. Братцы, а ежели я не согласны?
Согласны вам? Не согласны? Ну, если прикажут, то оно, конечно, но... Как не хотелось бы, ваш брать. Нечто от ентого газа никакой защиты нет. It's difficult on their part. Найдите мокрые повязки, братцы. It's okay, like it's bullets, but this one is gas. You cannot really, like, run or hide. You really have to have a protected gear with regards to that one. It's dangerous. It's like you're losing hope. But they should follow the wind. Or they should, no, they should like go to against the wind. There's... Держи, братец, я не дарю. Оставишь? Hello, soap. В два слоя намат. At least they find something to cover them. So I salute this guy. He really knows how to command with this. Надеть маски. It's really dangerous. What will happen? German get a lot. Там же нет живых. Лами! Thank you.
Осан are very like strong and smart. Крепость Осовец так и не была взята штурмом. Wow. Русские оставили ее несколько недель спустя, когда обстановка на фронте сделала оборону бессмысленной. Подпоручик Котлинский был смертельно ранен в этом бою. Контратака остатков 13-й роты 226-го землянского полка вошла в историю как атака мертвецов. But still defined very strong. Лишь через 10 лет химическое оружие было запрещено Женевским протоколом. А еще через 3 года создатель химического оружия Фриц Габер получил Нобелевскую премию. Ваш мразь, дозвольте в бинокль вашу глянуть, а то He's завтра и помру, так не погляжу. Держи. Благодарствуйте. Вау. Ух ты, чудеса. He won the war, like, with Архип. Honor. Even they just surrendered. Умирать страшно? Так это как поглядеть, ваш брось. Yeah, it depends with your honor. Ну вот бинокль ваша. Так глядишь, вроде близко она смерть. Ой, страшно ее. А поворотишь, вроде и далеко она. Не боязно? Че ее? Вот маленькую так. Такую бояться. Вот. Wow. That was a very nice words. Allow me to cut in here, guys. Thank you so much, Parla Mubusta 692. This is an amazing short film of the Russian versus the German. Oh my God. Like, you really had to die with honor. It depends on how you will die. Like, dying is so scary, but it's like nothing else that you will be. It's good that you will die with honor. And such an amazing, incredible, like, motivational also. Oh my God. Going back to those times of how they fight their war, of how smart their moves are, and this is such an amazing video. I really enjoyed watching with this one because you can learn something about it, of how you will have your attack or the way how you deal with the attack of your opponents, and this is a fantastic video. Oh my God, those Russians, they really stand tall, and like they died with honor, no matter how, like they lost on that war between the German. Because of like gas, you cannot go against with it. I have much love and respect to the Russian of how they fought the war, because they really die with honor as always. They really have this principle to be in the war, that really have to fight no matter what happened. That's an honor to die with your country and to your people, to fight with it. And I enjoyed watching with this amazing and incredible video. And I hope guys you enjoyed watching with this one too, and if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video guys, same as I did, like and share and subscribe also with my channel. This is a Junris Vlog that reacts saying stay humble, stay positive guys. If you want to connect my social media account and have your suggestion, it's in here guys. And thank you so much Pervet and Spasiba to our Russian friends. Have a good day everyone, bye bye, and see you in my next video reaction. God bless po.